С уходом Льва Кузнецова стройка футбольного манежа в Красноярске не будет заброшена. Накануне исполняющий обязанности губернатора посетил объект. Напомним, арена строится уже третий год. Спортивная база для юниорского и основного состава футбольного «Енисея» в итоге будет стоить почти 2 миллиарда рублей. Виктору Толоконскому сообщили, что уже к началу отопительного сезона работы будут закончены. Но только манежем все не ограничится. Конечно, в идеале нужно вблизи этого комплекса построить такую хорошую рабочую гостиницу, профилакторий, чтобы могли сюда приезжать спортсмены из других и городов края.